Так, значит, сейчас мы делаем таким макаром. Здесь я все сделал, игры. Значит, сейчас мы это делаем. Давай, значит, запись здесь ты включил, ты садись в кадр. Кадр нормальный, посмотрим. Нормально, если Марго еще сядет, будет вообще отличный кадр. Да. Марго сядет. Так, ну ладно. Камера вот здесь, если что. Да. Ты запоминаешь, у кого-то. То есть, когда мы смотрим в душу человека, мы смотрим вот в это вот да, место. Вот это место. Здесь душа. Так, значит. Можно описывать? Да, конечно, вот в эту вот дырочку мы смотрим, чтобы записываем, да? Да. Уже можно чтобы смотреть. В душу смотреть. Уже можно смотреть. Тренируемся смотреть чтобы в душу. Проникновенно. Давайте все сейчас посмотрим туда. Посмотрим в душу. Смотрим в душу. Так, сейчас игры. Так, и значит, поскольку там в начале, сейчас я посмотрю, значит, на всякий случай, прыжок, пробел, волшебная палочка, выпить зелье Q, пускай шаг влево А, шаг влево Д, карта Tab, пропустить ролик Enter. Инверсия метлы сразу, просто нахуй это говно, сразу инверсия метлы, не дай бог. Так, давайте садить все и сейчас начинать уже, а то это. Да, короче, мы начинаем, ну, к сожалению, он все прохождение не будет, хотя как знать, мы еще это посмотрим. Короче, смысл в том, что мы начинаем проходить Гарри Поттер и Тайная комната, вот, мы смотрим в душу, да, все, смотрю, что я там, что? А вот, у нас точно не на паузе стейдже, да, поскольку, да, время где-то, все, извините, я немножечко это. Короче, мы начинаем проходить Гарри Поттер и Тайная комната, здесь много-много всего, что изменилось по сравнению с первой частью, скорее, они даже просто улучшили то, что было с первой частью. Что тут сказать про... Она вроде как поддерживает разрешение, самое большое, например, получается обрезанная такая, где-то примерно вот посюда. И поэтому я записываю ее в том же разрешении, что предыдущую часть, с субтитрами, как обычно, по графону она лучше. Там есть даже анимация рта, они тебе открывают рот, когда говорят. То есть не просто рожа вот эта фотография пережата, а они прям рот открывают себя. В общем, с субтитрами все как обычно. И просто мы почему в этом меню... Настроек начинаю, прошу себе сбросить, сразу начинается начальная заставка. Ну, в принципе. Да, мы записываем втроем, потому что вчера был день рождения вот у этого человека. Да, да, вот у него день рождения. Да. И... А мы все пропустили, как обычно, ну ничего, давай. Да. И мы сейчас на самом деле празднуем его день рождения. И нет, записать Гарри Поттера для вас. Это как бы кола, но у нас там и другие есть. Но в кадре только кола, потому что мы как бы мы все это, поэтому... Да. В кадре будет только кола, больше ничего. Извините, только кола. Вот. Все, в общем, давайте начнем, а то это можно до бесконечности. Так что прохождение у нас будет интересное. Да. Да. Harry Potter lived at number 4 Privet Drive with his horrible uncle and aunt and their hateful son, Dudley. Блин, какие деревья. Harry was often locked in his room, and even though he was a wizard, he couldn't escape. Ну, конечно, Бобов, он очки в первой заставке. Смотри. One evening, a housemaid named Dobby appeared. Почему-то она вот так начинается. Potter must not go back to Hogwarts. If Harry Potter goes back to Hogwarts, he will be in mortal danger. Mortal danger? В смертельной опасности? Mortal danger? Dobby disappeared, and shortly after, Harry's best friend Ron Weasley and his brothers Fred and George arrived in a flying Ford Anglia to rescue Harry from his prison. They flew the burrow. Where Harry spent the rest of the summer before traveling by flute to Diagon Alley. До этих игр мы еще дойдем, которые по этим книгам. Harry met up with Ron's sister Ginny and went with her to Flourishing Docks, where the famous wizard author Gilderoy Lockhart was signing his latest book. Great Scott! Is that? No, surely not. It is! It's Harry Potter! Ladies and gentlemen, this is the perfect moment for me to make an important announcement.
I have great pleasure in announcing that I will be taking up the post of Defense Against the Dark Arts teacher at Hogwarts. Bet you loved that, didn't you, Potter? Famous Harry Potter. Can't even go into a bookshop without making the front page. Блин, а он в свитере. У него почти что свитер с оленями. You've got yourself a girlfriend. Girlfriend. I suppose your parents will go hungry for a month to pay for all the books you're going to need at Hogwarts. Там он когда вытащил книгу, пригласил, а он говорит, чтобы помочь, типа он подкладывает, никто морал. Он это делает еще более бесплатно, чем фильм. Я такая, типа, что ты? Я такой, бля, батя, что ты говоришь, господи? Ну, появилась лицевая анимация, реально ее не было в первой части, в принципе. Там было только... И это. А сам вот на самом деле что меня видно, то есть, Рон и Харри took off. Короче, опять же, кто хочет сюжетом, что это не в этом прохождении. Вот. Может, впоследствии когда-нибудь перепрыгнуть. Там была шутка, если что, там летал на самолет, может, ну, типа, ха-ха, грустный самолет прилетает. А я сейчас думал, что будет, я вот вспомнил важную информацию, я в эту игру практически не играл вообще, то есть очень, очень мало я в ней играл, и соответственно, я был уверен, что вначале будет полет какой-то уровень на машине. Да, и это такая, видимо, традиция вот этих супер длинных заставок. Вначале, да. Хотя можно было бы... Ну, хотя бы это не просто статичный кадр, как в первую очередь. Рон! Ну, реально прокат... Рон, where are реально... А, вот сейчас Рон будет себе бошку поворачивать, как Квирл. Over here, Harry! The Whomping Willow's got me! И сразу такой маленький незаметный намек, да, вот что надо Don't будет делать. Don't worry, Рон! Вот этот... I'll come and get you! Yeah, yeah. Just hold on! I can't do anything else! Hurry up, Harry! Просто вторая часть... Во! Мы начали, все. Первая часть заканчивалась тем, что Квирл себе бошку так поворачивал, там был Волдемор. Но реально, он не как в фильме бегал, просто на затылке был Волдемор. Он себе на 180 градусов бошку так поворачивал. Вот. И просто он реально берет себе такой, думаю, что тоже херак. Вот. Ну ладно, значит, тут Марго уже побегала пока, потому что ей было скучновато и хотелось поиграть. Вот, соответственно, она сейчас... Я просто хотела поиграть. Да. Здесь, ну, вообще прокачали, короче, очень много. Да-да-да. Ну так я ж проскочил. Так, где секрет сначала? Ну мог, ну какая раз, что я мог, что не мог. I can open chest with the Alohomora spell. To cast a spell, press and hold the left. В этой части можно пропускать заставки. Да! Сам, то есть если мы проебали, мы можем взять и пропустить заставку на Enter, понимаете? И бабыба слева показывает, то есть камера не будет загорать, камера будет сложиться. Гарри сразу разговаривает, если тебя, вы заметили, то еще по заставке. I can use this gargoyle as a target to activate the Lumos. Не, ну я... Паша, вдруг все-таки в первый раз ты выглядит, это интересно. Да, меня всегда вот в этой игре прикалывало вот такой разрыв четвертой стены, когда они говорят, там, ой, вот там нажми на левую кнопку мыши, и такой, все в детстве. Я помню, я в эту игру играл последний раз, мне было, я не знаю, сколько лет, я, наверное, был в третьем классе, может быть. И гораздо более плавные движения. А, еще Гарри, знаешь, что сейчас ты расскажешь? Смотри, Гарри теперь может делать вот так. Он раньше так не делал, только поворачивал. Раньше он просто делал только вот так. Это тебе пригодится, кстати, в дуэльном клубе. Да, а здесь можешь теперь в бок. А теперь можешь делать... Ты сейчас начнешь вспоминать, что прилеп. А вот нет, вот туда вот набрать. Смотри, направь на дракона. Там что-то можно. Я уже выбил из него бомбы, ты куда-то смотришь. Жалко. Так вот, что ты говоришь, что вначале там есть ничего нету. Вот более плавные движения, более... Может, видно, что... А, кстати, смотрите, как он бегает. Просто посмотрите, как он бегает, Гарри Поттер. Блин, это великолепно. Все равно это классная игра, просто потому что они реально все, что было хорошо в прошлой части, они улучшили.
better than pass for Pendle on that luggage to push it to that ledge. Это же сумка, как бы, чемодан. Без машины чемодан. Да, есть свои сумки сейчас. Потому что я еще... Хорри! This branch is squeezing me like a snake! Вот так уж. Не, ну вот это Рома. Пропусти, пожалуйста. Алла-ла-ла! Смотри, что он пропустит. Чокол-фрог. Chocolate frogs replenish some of your stamina. Теперь лягушки убегают от нас, как бы если мы сразу, а это не точно берет того. Она еще пока не резвая. Ну, короче, если... Не проснулась. Ну, тоже у меня здоровье капало, короче, говорится, квак-квак. Как убегали, пришло в голову, don't quack yourself, короче, говорят, все. Ладно, дайте, возьму. А, сейчас возьмешь ты я. Can open up magically locked objects such as chests and secret doors. И вот, кстати, классно то, что они, ну реально чувствуется, что ты типа прошлый год учился, ты вот знаешь заклинания, а не так, что ты как, знаете, бывает некоторые. Всего три заклинания, но ты, ну. Ну не важно, но очень часто, очень часто бывает, что просто в играх тебе каждый раз показывают механики из предыдущей части так, как будто ты понимаешь, а вдруг игрок. Впервые, то есть они здесь как бы тоже это показывают, но при этом они не делают это такой типа, ну, типа игрок дебил, он. Давай. Good job, Harry. Now, see if you can cast for a pendo on this branch to get it off me. I think I see a sensitive spot right there. Sensitive spot? Давай. Чувствительная точка. Thanks, Harry. Much appreciated. Рон очень прям видно, прям так переживал в опасности. Oh no! Как они ловко обошли момент, как Рон спрыгивал с этой четырехметровой высоты. Камера перевеста, ну и да, он уже снизу все. Вообще по киношному у нас чувак как-то с штуком, поэтому он обращает внимание на такие вещи. Ты нормально двигался? Да. Смотри, что посмотрим. Ну вдруг, чтобы всем все было комфортно. Not only does Lumos cast light, it also reveals magically hidden things. Как он классно сквозь стену сейчас камера прошла, так опаньки. Ну, звук подлющит, как первая часть. Run to the ledge and press the right mouse button. А у меня автопрыжок стоит, а? Try collecting the beans on all the ledges, Harry. Жаль, у меня нет автопрыжка. Зачем тебе по жизни автопрыжок? Ну подошел мне забор, а сейчас автопрыжок сработал. Ты бац, а через забор, и не надо. А если заглючит? Как? Что делать? Что делать? Заглючит, значит, я буду заниматься... Настройкой. Ганном стоял, да? Он нас заглючил его. Просто как бы... Автопрыжок заело, да? Харри, you need to get onto this ledge over here! Подключите его, да? Клип снял. Cast for a pendulum on the block towards me. And then use it to jump to this ledge. Как будто бесполезный кусок. Не мой магия у другого. Слушай, не ругайся других. Мне так нравятся эти звуки. Смотри, а. Смотри, второй рукой такой. Слушай, да, реально. Блин, я никогда не замечала, я теперь не развижу. А, еще к теме графики. Помнишь, какая в той части лапа была, лопата? Ну, да. Такая, кстати, да, у них, видите, отдельные пальцы теперь сделаны. Ну, хотя бы указательные и большой, остальные тоже слеплены вместе, не, но все равно. Они, нет, он вот так вот делает, там нет, вот так. Нет, он делает вот да, так вот, да. У него три пальца слеплены, а этим вот этим да. Вот только шевелит, просто посмотри. Ну, а, видишь? Он этими тремя все равно вместе вот это вот так вот шевелит. Но все равно, в первой части не было даже этого. То есть они реально очень прокачали сильно всякую. Всякую. Да. Да, давай сходим. Да. Где? Где? Я вроде брал там. Где была? Ты туда не сходишь уже. Не, где была? Я не помню. Ну, там, ты же там была, где там? По пути была, я не помню, может она впереди. Ну молодец, Рон прошел, ну и все, да? Слышь, мудак, рыжая сволочь. Целый-то нормально, потому что с крыши. Я уж надел, должен быть даже предназначен. Да, даже положительно, я бы сказал. Вот направо.
This is a bronze wizard card. There are 50 of these scattered throughout Hogwarts. Each time you collect 20 bronze cards, you are given a permanent stamina increase. Pressing the escape key will allow you to access the folio major and the wizard cards you collected thus far. А я вспомнил, как я ее проходил. Я даже до конца ее дошел, я вспомнил. Круто. Вот я первую часть не прошел. Тогда в детстве вторую прошел. Понимаете, короче говоря, чтобы вы, может, более современную аналогию, первый Assassin's Creed и второй Assassin's Creed. Вот после того, как ты прошел. Ну, первый, он хорошая игра. Но после того, как ты играешь во второй, где улучшили все, что только можно было. Давай, Гриб, сюда побыть. Вот. Уже не так прям бодро играется первая часть, поэтому, собственно... Поэтому лучше проходить по порядку. Да, вот поэтому я и говорю так. Геспер Старки, 1881-1973. Ведьма, изучавшая влияние фаз Луны на волшебные свойства зелий. Это, и надо будет сказать, предок Говарда Старка, который стал отцом Тони Старка. Ну, как это вообще подумается? Там, шутки за, тоже за 300, за 250 даже, скорее. Ну там очевидно Старки, ну Старки, все. Или сказать первое... Это была моя ассоциация. Да, это она придумала. Или сказать, или... а также первая... а также она первая заметила, что зима близко, типа того, вы знаете, тоже шутка не менее гениальная. Чего здесь стоишь? Чего тебе надо? The rain has stopped. At least we'll be dry when we get expelled. Теперь все скучал. We'd better get up to the school. Не, Рон, ты подожди, здесь надо все сначала блутать. Давай. Нашу школу. Человек исключает, если они 1 сентября не пришли в школу. Ну они же там. Ну они же маленькие, они же боятся, мало ли чего. Если я мало ли нет, не. I hope Ron didn't get lost. Да он, по-моему, как раз таки пошел. Ну, он ближе к цели, чем ты, Гарри. Да. А я такое не знал. Ну, если все надо пулять, на самом деле, во все, что хоть как-то выделяется. Никак не выделяется, да, но там есть. О, есть карточка. И он над каждой карточкой не трясется, он просто берет и подбирает ее. Это прям... Да. А тут... И такая... Хотя это немного не достает, конечно, этого. Нет, нет, мне все. Это серебряная. Смысл один. А, это обычные? А мы какой-то... Видишь, там слева написано одна... Все, видел. То есть это типа более крутая. Понял, да. Джоселин Уэдок родился в 1911-м. Охотник сборной под Палмидер Юнайтед была. По квиддичу. Установил рекорд века по количеству голов, забитых за один матч. Сборная Палмидера не тупыри Норфолка 1931 год. Причем до сих пор типа еще жив. Ты говоришь Палмидер? Ну, Палмидер Юнайтед, по-моему. Палмидер как-то так-то надо. В которую потом Оливера Вуда взяли. Горгулён, ты чё? Слышь, мразь. А ещё мне нравится то, что он отпускает палочку и ничего не колдует, если, ну, типа, пропало заклинание. Потому что он всегда, всё равно даже на пустом месте он брал в первую часть такой. Мы сегодня прокачали всё, что можно было. Здесь тоже пластик. Ну, может быть, вот это вот. Интересно, это как это, как гимнастка с этой, да, с ленточкой бегает. Да, вокруг себя, знаешь. Да, да. Может, факела? Нет. Здесь можно будет сюда. Здесь можно будет еще потом выйти. Факела. Здесь можно будет. Да. Здесь можно будет все еще обмутать. Зухра. Факела. Сюда потом мы не. Здорово ночь. Особенно, когда дождя нет. Мы тоже ничего не можем собрать. Уэлт мы пока не можем. Ну да. Потому что она дико. Блин, это так... Прямо, прямо из детства. Прямо ностальгия. Вот это вот, как ты ходишь по вот этим вот всем штукам. И вот это вот ощущение, что ты вот в этом замке и... Да, кстати, вот они значительно тоже прокачали это. Но поскольку ты можешь ходить во многих местах теперь, где раньше нельзя было, и ты можешь возвращаться, главное, в эти места. Да, ты можешь спокойно сразу, вот Рон там стоит, же нас и ждет полтора часа. Пока он там уже рассвет уже. А подожди, вот этот флипенда, видишь? Это просто значок. Это значок испытания, что здесь будет испытание.
Уже 64 бабла. Игра еще не началась. Ну да. Авто сразу не даст. Ну, да. То есть надо. Блин, и такой прям плавненько, и все классно. И, кстати, еще музыка, звуковое сопровождение прикольное. Кстати, интересный факт. Ну ты уже точно, ты же знаешь Джереми Соло? Да. Вот, видишь. А, по крайней мере, к первым двум, к третьим, не знаю, писал Джереми Соло музыку. Это, он не только к Скайриму писал и к, вообще к Elder Scrolls, еще и Гарри Поттеру. То есть эта музыка — это его заслуга, так как что-то есть. То есть потом надо что-нибудь сюда положить, да, по-моему? Нет. А, они будут тебя подпрыгивать. Это Spongebob Fight. А, подожди, Spongebob Fight из второй части была? Да, это из второй части. Смотри, части, он такой... Это он сам это медит. Вбок, вбок и назад. Ты вбок и назад. А, я потом вот поднял руки и такой... Посмотри, так... Да, господи. Да. Как это, как король лев, помощь, та-да-да-да-да-да-да, мы! Да. О, король лев. Посмотри, кто не смотрел прохождение короля льва. The Gryffindor dormitory is just over here to the right, remember? Remember? Нет, целый год проучился, так и не выучил где нас. Да. А еще классно, они тебя пускают, опять же, этот холл из начала первой части, та же музыка играет, блин, так вот трэш. Да, да, вот я даже, кстати, это... Ощущение вот это вот. Ой, господи, нормально. Он стал критиком. Я просто нашел на Е, что? Я скукожила. Это что же было? Что? Какой-то чит активировал. Что? Господи. Блять, подожди, это в программе, что ли, там в этом чеке? Господи, где я кулачи? Халк, крушить! Бля, ты можешь как-то убрать? Господи, блядь, глазователь вообще может при этом? Слушай, ты нажимаешь. Я понимаю, только не должно быть этого. Двери открылись все. Не, погоди, где у нас сохранение было? Далеко, да? Да. Не, похуй, я выйду, потому что это мне не нравится. Вот Халк, я первый раз в жизни вижу, что можно сделать из Гарри Поттера Халка. Он еще ходит, такой дверь сразу все трогает. Че за фигня, серьезно, кстати. Все, отлично. Так, где здесь не было никаких пеньков, да? Да, отлично. Какие звезды! А хотим девушки, как звезды, а хотим Гриффиндор. Начало прохождения Гарри Поттера без попсы невозможно. Что такое кафе концов? Да не заблудился Рон, заебал такая, серьезно. Только ты не сможешь заблудиться. Вот видите, вот мы пропускаем заставки, видите? Да. А, отлично. Давай возьми ты карточку. Можно будет. Вот с этим вот как-нибудь. Играть с оружием? Подожди, нет, еще рано. Да нет, почему она ветка в троих, потому что я обзоры смотрел, то точно знаешь, что у меня есть два револьвера. Не настоящий, конечно, зачем. Если у тебя были настоящие, ты бы... Я бы не пилил обзоры. Наверное, никто из робота тогда работал, если у меня были результаты на настоящее оружие. Чем, может, ну, либо я грабил на наркокартель бы работал. Ну, в любом случае, у меня была бы денежная работа, я бы занимался роликами на ютубе. Смотри, сколько вы будете потеряли. А ты занимаешься роликами на ютубе ради денег? Да, конечно. Но когда-нибудь мне просто начнут приносить деньги, поэтому, знаешь, как плавно будет. А потом, если они не будут никогда просить деньги, скажу, ну, я всегда хотел бы заниматься просто для себя. Кстати, вот еще касательно атмосферности. Не знаю, что есть особенного в этих играх с вот такой вот графикой старой, но вот... Ностальжи? Не в этом даже дело. Вот здесь ты сейчас ходишь, у меня такое ощущение, как будто бы, типа, рассвет наступает, вот такой вот фиолетоватые оттенки, вот, mm-hmm. И... Да, бесполезно идти. Не, ну ладно, открывать не буду сейчас. Я там какой-то сундук, нет, там еще сундук какой-то был. Вот там, не знаю. Вот, то есть вот ощущение вот такого какого-то, ну, не знаю... Вот сейчас рассвет, вот что-то такое, не знаю, волшебное пространство, вот почему-то оно от
При старой графике оно так сильно есть. То сейчас это как-то... Цвета ядреные. Да, сейчас гораздо реже получается что-то так сделать. То есть... Они могут сейчас это сделать, но реже. У меня вот ассоциация этой графики... Так, пропустись. Так, отлично, значит, мы... И двери эти открылись сразу, то есть появилось, он как-то так рушит. Да, да. Как же тогда сплющило это? Это явно не баг вот этого места, потому что если сейчас ничего не произошло, и тогда Маргоша сбегался бы нормально. Если с рыцарями сделать, теперь каждого какого-то долго выплевывает бобы. Вот ёбаный ты боб. Боб твою мать. Сука, пидорас. Ну, в кои-то веки, на самом деле, я жалко, что... Вот этот чувака мне показался далеко, что это Ленин. А тебе показалось, что это Джокер. Да, похоже, Джокер. Так, а вот здесь нельзя? Нет. Так, а тут? Вот здесь теперь мы уже не ходили. Не, я могу взять. Если ты вступишь в эту зеленую жизнь, тебе отправят. А здесь ничего нет? Ceremony chamber. Ceremony, ceremony, ceremony chamber. Ceremony chamber, ceremony chamber. Ой, там сундук сидит. Да, он пока там залез не мог. Это нас поджигает. О, здесь крутятся этими зеркалами. Да. Когда маленькая была, мне за каждым зеркалом хотелось на Валхаму. Видишь, когда она рассказывала, видишь, метро, еще видишь. Я вспоминаю песню, блин. Ну, песня про дарники. Так, сюда. Сейчас, чё? А, это вот горгулья, которая... Не помню, она в детстве чуть-чуть пугала. Вот ну, она такая, вот смотрите, вот на что издалека вот это вот похоже? Ну, просто, просто издалека, вот не глядя так вот. Типа, не вглядываясь, а просто. Кто нарисовал, первая мысль, что за вандалы нарисовали розовой краской хер на каком-нибудь полотнище? Посмотрю, а вот такой вопрос, нет, ладно, вопрос меняется. Кто нарисовал фиолетовой краской спиннер на полотнище? А есть кто-то явно фанат аниме. Да, вот этот чувак по всей... его портрет раз 15 за весь портрет. Аниме! Я помню, я тоже, где-то так, в классе четвертом или около того, баловался со всякими текстурками. Я, когда играл в «Мафию», первую часть, я там залезал во всякие штуки, там перерисовывал текстуры. Короче, смотрел, как игра реагирует, вот, и... Так, что тут у нас? Это я просто вспомнил про вот этого, вы сказали, чувака, вот этот на портрете, вот, и я подумал, сколько их там висит, а если залезть вот в эти вот текстурки и поменять, то это везде поменяется, по идее, да. Андрос Непобедимый, Древняя Греция, легендарный волшебник, научившийся призывать защитника гигантских размеров, защитника Патронуса, всегда. Когда еще не перевалили Патронус, защиту. Ну, потому что он поудивает Патронус. Так, стоям, потом можно пойти в сторону сейчас. Немножко далеко, но я схожу. Фиг он бегает, просто бежит. Сейчас поймешь, что это. Кстати, с Незерина можно пойти. Блин, с Незерина, что-то бывает. С Панжифайта не Сизерина. То есть как будто бы не существует других факультетов, так что... То есть как бы есть, они получают баллы, они постоянно тебя... Блин, бот, ты чё? Бот, блин. Сука вообще какая. А здесь я бы кто-то сам. Ну всё знает, какой кайф от баллы. Просто бегают, исследуют. Ну здесь ничего. Что, совсем? Ах ты, сука. Так это я с другой стороны. Блядь. Ну ладно. Тебя преследует. The dormitory is up here, Harry. Остановись, рвёшь, я жопу тебе напарю, иди сюда, негодник! Подожди, я правильно понимаю, что мы сейчас попадём на урок? Нет, мы сейчас в свою спальню будем. Finally, there's the portrait of the fat lady. Give her the password and let's go to bed. I thought you'd have the password. Why would I have the password? Why would I have it? I've been with you since we got here. You're right, I better know who would have it. There you are.
right on time. I heard the most incredible story about you two getting expelled over a flying car. Oh, Marnie, please, we're tired. Could you just tell us what the password is? Wattlebird. It's good to see you again, Harry. А, то есть и второе, она такая, рада видеть тебя, Гарри. There you two are. Brilliant entrance. Got the year off with a bang. Mum's furious, by the way. You two should hear about the bean trading system we've set up. It's based on Bertie Bott's Everyday Beans. Fred, myself, and several of our associates have set up trading opportunities throughout Hogwarts. Some of us will occasionally have an item to trade. If you have enough beans, we'll trade for you. Where are we supposed to get all these beans? They're hidden all over the place. It's not hard to find them. You should have enough to start trading in no time. It'll be a pleasure doing business with you, I'm что, sure. Опять там какой-нибудь бабами завалить хотите, пока я пробую, ну такие. Нет, нет. Я знаю, что это было в конце, всю первую часть крутили, мы собираем бабы, да что-то такое, в конце, чтобы в конце Снейпа им завалить и такие. Once inside the common room, Harry was greeted by the cheers of his fellow Gryffindors. Harry and Ron became Gryffindor heroes due to their little accident with the Whomping Willow. Harry slept well that night and looked forward to his first day at Hogwarts. Good morning, Harry! It's time for our Defense Against the Dark Arts lesson with Professor Lockhart. I just love his books. He's such a brilliant writer. Defense Against the Dark Arts on the third floor. Follow us! Гермиона тоже так бегает, ну давай. Ну они все это одну анимацию сделали. Вообще раньше прикольную анимацию делали, вручную. Сейчас же в основном motion capture, там так прям. There's the portrait of the Gryffindor common room. Captain Obvious. Hello there, young Potter. Heading for the common room, are we? Она озвучила профессора Пикеля, который учил на метле играть в первой части так песни. Бренда, она даже не стала особо. Мадам Самогорни, да, блядь. Так, блядь, найду секреты, все. Что найду, все. Карты, гостиндук остались, блядь. Как-то офигенно. Знаешь, такой, реально, заходит чувак в гостиную общую Гриффиндора, раз, фигак. Стоит сундук, он его вскрывает. О, карточка моя будет. Ты же вообще не достал. Не, ну а как ты хотел общага, извини. Оставил на виду всех. Ну, как бы... Оставил пельмени, да. Забудь о них. Да, Элмерикс Сомбридж, 1602-1699. Победитель самого большого тролля, когда-либо замеченного на территории Англии. По преданию, тролль весил целую тонну, жил под мостом через реку Уай и наводил ужас на всю округу. Кстати говоря, стало даже интереснее, это пока не можем разговаривать. Стало даже интереснее эти истории, да? Но больше нравились истории про основателей Хогвартса. Первая часть. Вот карточку. Годрик Гриффиндор. Годы жизни неизвестный. Один из самых известных волшебников в мире. Один из основателей школы Хогвартса. Такой. Охуенно. То есть один из самых известных волшебников в мире. Вы не знаете, когда он родился, когда умер. Что, блядь? Как это работает? Так, вот наверное, сохранение. Так, ну-ка. Ой, да. Он появился там. Да. Да. На Е это Халк, да. Кроушит! Я зачем? Блять, это происходит, сука! Это было пропало здесь, книжка! Так, а это можно как-то? Подожди, а если перезагрузиться, может быть. Нет, она не должно быть запас. Перестанет это делать. Должно быть, да, потому что как-то это. Это так прикольно. Я даже с фотошопа превьюшку взял. Что это за херня? Почему так? Я не ценю этого брата. Ладно, иди так. Нет, подожди, попробуй перезагрузиться, может быть он... Так я не могу без выхода из игры. Да нет, выйти и... А кстати, это очень странно, почему нельзя загрузить из... Прямо из меню, чтобы загрузить сохранение. Это уже странно. Пароль не должен. Давай выйдем. Игорь, ты говоришь, ну пойдем. Я готов. Знаешь, ну я, пожалуй, с тобой пойду, а ты готов? Ты готов за базар ответить? Знаешь, такой, вот этот Дамблдор встречает, да, такой, что ты делаешь летом? Знаешь, обычно как бы Гермиона меняется за лето, у нас тут выйдет, это так.
Лучше школа, как Гермионе, я подкачался, ну, а то Малфой... Да, да. А тогда, понимаете, Малфой... Подожди, нажми сейчас Е. Зачем? Она опять выходить придется из игры тогда, чтобы... Так, ладно, то есть мы запомнили, что кнопка Е это Халк. Она, блядь, неудобная, вот здесь она прям вот тут, вот тут. А че, вообще, у тебя назначена эта кнопка? Для чего она? Что она значит? Ничего не назначено. Ничего не назначено, вообще не дело. И пароли у меня отключены в этой программке, вот это очень странно. А здесь стоял Перси, но он уже увидел Халка и решил съебаться. Ты можешь отсюда посмотреть? А, ну, блядь, ну, я могу. Я могу это, блядь, сделать, сука, ебаный рот. Пять. Ну, конечно. Может, Саша, может. Все что угодно, но не материться. Он не может. Ой. Нет, только... Блять, я уже который раз его налаживаю управление. Оп, стоп, подошли из-за угла. Не, она вот, смотри, можешь, чтобы вот это сделать, теперь щелкай. Да. Не, просто пальчику бери и нажми на кнопочку. Эй, нига! Не, подожди, она должна. Ну, она должна приехать. Она как бы, да, она уже сломана. Он уже сломанный, поэтому, к сожалению. Дай ей пусть пощелкает, дай другой пистолетики, девочки. Вот этот щелкает. Даже музыка прекратилась, смотрите. Да. С двух рук, давай, македонский. О! Да, да, да. Это котел еще можно не сделать. Так, а нам куда? Где теперь занятие? Я что-то забыл. Иди наверх. Просто иди наверх и все. Сюда, да? Да. Так, у нас по времени что там? 41 минут. Вообще-то уже завершаться как бы надо. Может, мы на следующий пойдем? Ну, на расчет будем в любом случае серию писать, правильно? Да. Давайте там вот сюда сейчас ставим. Гарри, ты можешь дойти до урока и там остановиться. Ну, учти, что тут не совсем 41 минута, потому что часть была глюков. Да. Ну, там вывез. Ну да, ладно, можно. Давайте, да. Ладно, пусть будет. Посмотри, пошука, пока еще эти... Харри! Defense against the Dark Arts is up here! Try to hurry, Harry! I'll get to see Gilderoy Lockhart in person! Старайся, вот сохранение внизу, тем более. Все, сейчас полазаем здесь и сохранимся. Можно ебануться отсюда? Или он не позволит? Можно. Можно. Hi, would you consider a trade? Нихуя, не помповый парень. Hi, would you consider a trade? И портрет стал защитой больше старый движок или нет? Вообще красавчик, конечно. Группа прокачалась очень сильно. А я говорю, мне вот эта девочка, она мне очень сильно напоминает World of Warcraft. Вот эта кривая такая квадратная графика и да, она очень атмосферная, потому что там. Мне кажется, ядреные цвета, там какая-то фишка с освещением, они прям только синие, это только синюшное освещение. Я не очень, в принципе, люблю, но... А вот нет, да, мне нравится, что она атмосферная. Этельред да. Вспыльчивый, средневековье, усматривал оскорбления буквально во всем, проклинал ни в чем не повинных прохожих убить на дуэль. Из чего вы думаете? Hi, would you consider a trade? Hi, would you consider a trade? Стелочка, да? Давай. Так, дайте мы меня закрываться, потому что наверх еще. Знаете, пацаны, тут конец. Нет, надо перезапускаться, нахуй, не буду там. Я внутреннего зверя оставлю в себе. Я не буду. Ладно, давайте на этом потихонечку будем заканчивать от первого серии. Какой там дядька там был слева, такой вот с усами, вот. Да? Да. Врачу с ником здесь, ну, печально. Сейчас тебе расскажем. Hello, Harry! Oh, hello, Nick! Hi, Nick! Even after all these years, I still find new secrets in Hogwarts. Here's a special area that you can unlock only if you collect all 40 silver wizard cards. For every 10 silver wizard cards you collect, you'll get a key that will allow you to open one of the four locks on the door. One of the four locks on the door.
See if you can find all 40 silver wizard cards hidden throughout Hogwarts and the grounds. Ты выходишь из образа. Опять же, как в Assassin's Creed есть комната, запечатанная несколькими печатями, которые клюха, которые потом в конце игры сможешь собрать. Если хочешь сказать, что Assassin's Creed сперли отсюда. Нет, просто здесь не. Направо? Направо? Налево. Теперь направо. А, нельзя. Да. В общем, мы постараемся, конечно, зайти в максимально возможное количество мест. Постараемся. Ну, желательно во все, но мы. Я тебе скажу, что. А, ты отлично, ты хорошо помнишь его, отлично. Да. А, толстый этот. Толстый, да. Так, нам туда или туда? Ты можешь пошукать еще вот здесь? Какая-то чемодан открылась, вы решили, что здесь лежат? Ты сказал пошукать? Да. Можем она уже на вести. Украинском вести. Не, не можем, я не знаю, украинский, не знаю, где же слова. Все, давай посмотри. Же здесь, ну, бабы какие-то. Действительно, игра только началась, а бабов он уже 130. Учитывая, что там будет стоить, говорю, бабов по 150, все, то я думаю, это на самом деле у нас ни хера не все. Мой батька был гарный хлопец. Нет, мой батька был гарный. Как мне интересно, как волшебник волшебник? Да, туда не иди, там очень долго, нужно его значит все равно. Как волшебник по-украински? Телефон занят. На Губане. На Губане с какой-то? Не знаю. Не знаю, он лучше. Так, это волшебник. Так, а может туда еще? Можем туда, да. Потому что там сейчас уже волшебник. Ты волшебняк, Гарри. Великий волшебняк. Понятно? О! Там даже право ваше. Да, смотри, твоя запись на 47 минутах у меня не останавливает, да, круто? Флиппендо! А, ну, горай, а. Такой, о, больничное крыло, круто. Я очень-очень болен, можно я не пойду на уроки? Это Джаконда. Это Джаконда с лицом на него. Американ на него снова. Хуже сам блин. А где чувак на костылях какой стоял такой? Да, или Гарри бы стоял вот на краю там, где вот лесенка открылась. Сначала туда сходить. Ну да. Тут у нас. А, королева Медб. Легендарная ирландская волшебница, обучавшая молодых магов в те времена, когда еще не было хогвартской школы. Даже годы жизни не указано, это было так давно. Ну, если они когда основатели родились. Ну да. Что ты хочешь? Тогда есть еще раз основатели. Опа! Там внизу тоже должно быть. Да. Гарри Паркер. Так, Главер Хейвпор, 1742-1805, изобретатель бодроперцового зелья, самого распространенного лекарства от простуды. Мы да. Машинист нет, не открыли. Не, она красавица. Ну, в основном Марго красавица. Она на Люмосе тоже работает? Да, но это бесполезно, да, на самом деле. Потому что мы не сможем сюда дойти до этого раза сюда. Это чей кабинет? Это у них. Это место с секретарем. Ой, а вы что-то это место не было. Может. Ну,
Мунго Бонхэм, 1560-1659, знаменитый маг-целитель, основатель клиники магических заболеваний и травм Святого Мунга. Кстати, я узнал, что... Так, ну что, мы будем заходить на урок или... Да ну нахер. Туда поближе полетим. Ну, то есть не будем заходить на урок, но подойдем к нему поближе. Да, там этот самый, тоже парочка секретиков. И потом закончим. Ну, так. Так, все, ты больше ничего не дашь? Ну, сука. Пожалуйста, может, еще один бабусик. Бабусик. Ну, дай мне бабусиков. Поехали. Уехали. Ну, шумуха, кошачья. Да что ж меня тут... You remember where it is, don't you? Такой... Как тебе отходить, блин? А сейчас скажу, и Филс такой, типа, ага, I'd better get out of here. Filch might be lurking nearby. Well, well, well. I heard a crash, and what do I find? Mr. Harry Potter and a broken, irreplaceable antique. Почему не восстанавливаем? Argus Filch, the caretaker, was loathed by every student at Hogwarts. Some thought his cat, Mrs. Norris, spied on students. Honestly, it just fell. What was that? Hey, what are you talking about? I heard a voice. Hearing voices won't get you off. I'll mark this down against you. Now move along while I clean this up. I must have been here. Не, а почему просто нельзя... Подожди, там сундук! Дундук, подожди, там сундук. Смотри! Видишь, какой я плохой парень, видишь, я беру, покидываю котлы. Что если сделать репару и все, ну? Репару можно сделать только в пятой части, в шестой. Надо тут... Don't think you can outwit me, Mr. Potter. I'm on to you. Mrs. Norris says she saw you. I mean, I saw you poking about when you don't belong, Mr. Potter. Next time, I'll be sure to report you. If you want to remain at Hogwarts, you ought to do as you're told. I've got my eye on you, Harry Potter. Back to break more valuable school property, I said move along. А там? Там же урок. Вот этот. Ага. Алла-Бамора! Не, я не заметил даже. Кирпичик. Ну вот со стороны, кстати, лучше. Поэтому полезно проходить не одному. Такие штуки со стороны лучше. Они не бывают. Ох, ёбаные твари. Бери его, не кидай. Бери. А, да, вот так вот. Куда? Туда. На руку, конечно, надо закинуть, да? Теперь готов стопить мы их можно. Замечательно, мне нравится. Типа ты постарше стал, все, вначале. Да. Главное, они идут. Да, это прям вот это. Сейчас надо быть направо. А, сейчас. Раз надо... Пицца. Нет, это пицца, да, да, это же пицца. Это логично. Подходка не там. Я бы не сказал, обычно горгулья здесь. Просто пицца. Сейчас надо направо, и это сейчас направо будет. Да. А потом мы остановимся. Пау-пау. Будем отсиживаться в комнате вместо того, чтобы идти на рог. Все, скажи, короче, я заболел, все. Окей. Все равно еще кроме Рона никого не пойдет. Сейчас главное не нажать Е случайно. Давай, не, надо. Нет, подожди, сохранение далеко. Представляешь, что ты пришел к Локонсу Хау. Знаешь, на самом деле, это интересно, заставка же тоже должна сохраниться, может быть, с другой стороны его посмотреть. Да, 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 вот реально, кстати. Ну там сразу открываются двери запертые, так неинтересно тогда, когда ты хаваешь. А потом же, когда ты перезагружаешься, то... Ну да, но я сейчас буду идти, я буду не знать, какие должны быть заперты, если все будет открыто, будет неинтересно. Так, сколько, 55 минут, нормально. А, давайте на этом все. Первую серию. Мы будем? Будем сейчас еще?
Ну, одну можно записать. Можно. Мы сейчас не сохранились. Нам придется все равно да, до какого-нибудь места. Ладно. Ссылка на быстрое описание. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автор музыкальной темы, на канал душевные игры, на канал Роспроцесс, на канал Гарбов Крип. Щелкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Чтобы уже приходили к вам уведомления прямо в дом, в вашу хату. В вашу хату. Дом в вашу хату. Уведомление вам в хату. В вашу хату, в вашу хату. Минутка расистского юмора на World Games Player, как обычно. Подписывайтесь, чтобы не вступайте, щелкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. Рассмотрите возможность поддержать канал материально. Ссылки на все реквизиты в описании к каждому видео. Все, всем всего доброго, играйте в хорошие игры. Всем пока.